Доброе утро. Сейчас покажем генератор ручной. Вот, видите, сейчас отойду. То есть мотор от стиралки. Мотор от стиралки. На него прикручено колесо. Вот обычное колесо. Вот. То есть. И вот включаем, значит, вольтметр. Так, включаем вольтметр. Так. И смотрим на вольтметр. Начинаем вращать. Видите, напряжение поднимается. Легко вращаю, вот. Легко вращаю пальчиком. Пальчиком вращаю. Ну, вот напряжение, значит, у нас 3,38. Можно поднять до 6, до 7 пальчиком. То есть, что хватит вполне для зарядки. Для зарядки, значит, телефонов, айфонов и так далее. Вот 5, до 6 можно поднять. И вот 6. До 6 вот легко. Вот бросил, оно все, видите, 5 с чем-то, то есть можно заряжать. Потом опять прокручиваешь. То есть, если нет света, допустим, нет света, вот применять такой. Также можно заряжать батарейки, я еще возьму этот повышающий трансформатор, повышающий этот самый трансформатор. Есть такие в Китае сейчас. Допустим, от 5, вот, на 5 спокойно, вот. Спокойно кручу. Пальчиком. Вот видите, пальчиком. Пальчиком. Так вот, на 5. Спокойно вот пальчиком крутишь. И 5. То есть можно заряжать. То есть эта вещь пригодится, когда свет вот отключаю. Если это усилить все, допустим, поставлю трансформатор, можно заряжать батарейки вот такие вот. Вот такие. Покрутил. Часа 2-3. Между делом. Час покрутил, потом бросил, потом еще час бросил. То есть можно, допустим, где-то ватт. Сейчас скажу. 5. Ватт 10 где-то. При 5 вольтах. При 6 где-то 12. Такая мощность его. Потому что мощность мотора 500 ватт. И когда 5 вольт он выдает, это где-то 10-11 ватт. Вот можно сильнее, до 6, короче. Ну, средняя вот 5. Для зарядки как раз нормально. 5 сильно. То есть эта вещь, как говорится, из старых запчастей нет проблем сделать. На этом сегодня заканчиваю. Будем продолжать. До свидания. А что оно не останавливается?